Юбилейный 50-й сезон Одесской железной дороги торжественно открыт. В течение лета все желающие смогут прокатиться по малой магистрали вдоль озера Андреевского. Время в пути составляет 45 минут от станции Юность до Приозерной. Детская железная дорога – это уникальный центр профориентации школьников. За 50 лет здесь прошли подготовку свыше 20 тысяч юных железнодорожников. Этим летом на практику ожидает более 500 воспитанников. Они будут трудиться помощниками машиниста, осмотрщиками вагонов, проводниками, кассирами. Зимой у нас идет, получается, теория. Зимой мы изучаем, как устроен локомотив и его действия. А летом мы обходим практику на железной дороге. Моя мечта детства – стать машинистом. И сейчас я, получается, окончу 9 класс и буду поступать в РГУПС на машиниста в Екатеринбург. Состоялась встреча начальника Свердловской железной дороги Ивана Николаевича Колесникова с губернатором Тюменской области Мором Александром Викторовичем, где уже сделан первый шаг в развитии, в дальнейшем развитии реконструкции Тюменской детской железной дороги. Это будет новая инновационная площадка для подготовки юных железнодорожников.